Привет. Умер в лагах? Убили кемперы? Мышка перестала работать? Нужно погулять с собакой? Какую-то из этих проблем мы попробуем решить прямо сейчас. Давайте пороемся в графических настройках игры. Нажимаем Escape. Видео. Режим отображения. Выбираем Full Screen. Это даст нам наибольшую производительность. Соотношение сторон. Выбираем исходное. Это установит дефолтное соотношение сторон для вашего монитора. Разрешение. Желательно тоже выбирать исходное. Но можно и понизить, например, до 1600 на 900 и даже до 1280 на 720. Понижение разрешения дает очень большой прирост FPS. Поле зрения или FOV. Каждый настроит под себя, но стоит учитывать то, что чем он выше, тем больше угол обзора вы получите. А значит, врагов на дальней дистанции замечать станет немножко сложнее. Если сделать слишком маленький FOV, то ваш обзор будет слишком мал. Я бы рекомендовал оставить дефолт в 90, учитывая то, что чем выше FOV, тем больше количество пикселей нужно обрабатывать вашему железу. Нагрузка незначительная, но она все-таки есть. Цветовой фильтр. Режим для людей, которые не различают цвета. Вертикальная синхронизация. Выключаем для максимального FPS. Эта функция убирает горизонтальные полосы при резких поворотах. Те, кому она нужна, сами знают, какой режим выбрать. И вот мы подошли к самому интересному. Адаптивное разрешение. Чем выше это значение, тем больше мыла и FPS вы получаете. Если, к примеру, хочется добавить немного кадров и не особо хочется портить картинку, ставим на 25-30. Прирост FPS получаем, картинку не сильно убиваем. Для особо слабых машин можно выкрутить даже на 100. И играть хоть и в мыле, но с нормальным FPS. Адаптивный суперсэмплинг. Выключаем, жрет кадры. Сглаживание. Этот параметр напрямую влияет на адаптивное разрешение. Без включенного сглаживания оно просто не будет работать. Можете попробовать выключить сглаживание, но у вас будут видны лесенки на стыке объектов, но совсем не будет мыла. Чтобы его выключить, снизьте параметр адаптивного разрешения до нуля, и параметр переключения сглаживания разблокируется. Качество текстур. Хотите текстурки покрасивее? Тянем на медиум. Но я бы скрутил в ноль. Во-первых, будете быстрее загружаться. Во-вторых, иногда из-за очень детализированных текстур можете не увидеть врага. Фильтрация текстур. Большого влияния на FPS нету. Но можно получить плюс 1, плюс 2 кадра, если выкрутить на минимум. Качество рассеянного затенения выключаем. Зачем нам эти световые теневые эффекты? Мы ж тут в шутер как бы пришли играть. Дальше все связанное с тенями тоже тянем в ноль. Качество моделей. Жаль, это не модели Victoria's Secret. Так что на минимум. Эффекты, следы ударов и физику тел тоже вырубаем и идем нагибать других игроков. На этом все. Хотите еще видео по Apex Legends? Вы знаете, что делать. Ставьте то, что хотите поставить, пишите то, что хотите написать. Пока-пока.